Приветствую, дорогой зритель. Сегодня у нас исполнитель Сай. Надеюсь, правильно теперь назвал. И вы не будете смеяться насчет меня. Ну, извините. Вот так вот получается. У меня частенько такое. И вышла у них, получается, в ТикТоке новая песня с исполнителем Хваса. И давайте послушаем. Получается, у него в ТикТоке, наверное, будут выходить остальные треки, или я чего-то не понял. Но надеюсь, что нет, и будут на каждый трек выпущен в Ютубе клип. Но я не удержался, хочу послушать эту песню именно в таком изображении. Так что вот так вот. Поехали. Так, ретро-стиль подошел. Круто. Самое прикольное, что такая спокойная вроде бы мелодия. Не знаю, когда смотришь вот эти вот ретро-концерты, которые смотрели в детстве. Не знаю, вот мелодия мне полностью какое-то ретро-исполнение. Но это круто звучит. Мне нравится. Опять же, песня про любовь, как бы про расставание, к сожалению. Вот, но как человек после расставания старается, извиняюсь, вышло, старается
забыть эту любовь, но у него не получается ничего. В один момент вроде бы получается, но все равно она внутри у него осталась. Как бы вот так вот вкратце. Почему он взял ретро-стиль? Не, прикольно, я люблю, кстати, ретро вот эти вот вечеринки смотреть. Не каждый день слушать, а вот эти вот воспоминания, концерты, когда я не слушал вот такое вот, но слушаю сейчас вот так вот. Уж мне нравилось, когда родители, родственники смотрели ретро-вечеринки, вспоминали у них на лицах улыбка, восторженность и кайф. Но почему он взял вот такую вот ретро-стилистику? Может быть, он хочет тем другую аудиторию у себя собрать, более повзрослевшую такой, такими песнями? Не знаю, честно. Хотя прикольно звучит. Все круто сделано. И я даже если вот клип будет, не сомневаюсь, что там какая-то либо будет кафешка в плане кафе, где они будут вот это вот все снимать в ретро-стиле. Или какой-нибудь именно студия-концерт. Помните раньше, когда снимали вот клипы? Не клипы, а снимали вот эти вот огоньки, не огоньки. Вот там вот будет типа такого что-то. Было бы круто на это посмотреть. И опять же, я так понимаю, что у него много песен будет сейчас с исполнителями другими, с разных корейских либо групп, либо сольных исполнителей. Но надеюсь, что он выпустит какую-нибудь песню, где он именно сам исполняет. Хорошее исполнение, все хорошо, но почему он пошел в этот стиль? Странно. Я удивился. Если честно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И не забывайте про лайки, про подписочки. Всем до скорого. Пока-пока. Увидимся на канале.